Сегодня четвертый день съемок художественного фильма «Тур с Иванушками». Снимаем в Адлере, в частном доме. Замечательная актриса. Смотрите, вот море. А вот жилье. Давайте, ребятки, подходим сюда. Пошли, поработаем. Это дача, да? Камера. У тети Рита. Вода. Воду, воздух, время, маленькую тайну, то, чего не стоит. В надежде, что скупается, но не только работать. Еще можно скупаться. А вот, смотри, там реклама какая-то прям. А вот реклама. Переодевалка. Мы в первый раз на раздевалке, например. Начали, парни, пошли. Знакомьтесь, собачка тоже у нас будет в кадре. Зовут ее Руна, но в кино ее зовут Бася. Руна? Она в фильме Бася. Бася? Руна. Здравствуйте. Голос. Бася. Я уже... Чтобы снять буквально 30 секунд в фильме, уходит весь день. Вот именно. Весь день, видите? А вот мы вышли, спели и ушли, и все. Не будут. Желаю тебе счастья. Мы сняли. Начали часа три назад. Все, сняли. С замечательной актрисой Татьяной Догилевой. Мы с ней знакомы с 89 года, когда я еще работал в театре мод Мини-Макси в городе Сочи. А она приезжала на ежегодные фестивали Кинотавра, там-то мы с ней и тусили. В лучшем смысле этого слова. Ура. Да, вот такой вот. Красный вот такой. Ужас. А приходите частенько. Всем привет. Мы закончили съемочный день и пошла музыка. Солнышко, вот садится мы. Прям попали на красивейший закат. Спасибо за эту прекрасную погоду. Спасибо нам. В общем, ждите совсем скоро. Художественный верим. Тур. Сын Иванушками. Только снега, снега, снега.